Суд египетской провинции Эш-Шаркия в субботу утвердил смертный приговор в отношении 12 подсудимых, обвинявшихся в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство» и планировании нападений. Подсудимыми на процессе проходили 14 членов группировки, которым вменяется пропаганда экстремистских идей, вербовка молодых людей и отправка их в Сирию для прохождения обучения в тренировочных лагерях ИГ. В группировку, в частности, входил имам местной мечети, вовлекавший молодежь в преступную деятельность через проповеди. Помимо 12 смертных приговоров, 6 очных и 6 заочных, еще 2 членов группировки получили по 3 года тюрьмы. После отстранения военными от власти летом 2013 года президента-исламиста Мухаммеда Мурси, сотни религиозных экстремистов были приговорены в Египте к смертной казни. Террористическая группировка «Исламское государство» является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За 3 года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности в Ливии. Единого фронта борьбы с ИГ нет, с группировкой борются правительственные войска Сирии и Ирака, международная коалиция во главе с США, пока ограничивается ударами с воздуха, а также курды и ливанские и иракские шиитские ополченцы. В результате боевых действий сотни тысяч мирных жителей погибли и несколько миллионов стали беженцами.